Партнеры рубрики – магазины «Бэйби» и «Солнышко». Все от А до Я для детей от ноля. Большое поступление российского трикотажа известных брендов «Черубина», «Кларисс» и «Крокет». Это Данил. Ему почти 5,5 лет. У Данила уже есть невеста, которой он приносит в детский сад сладости и подарки. Это соперник и ровесник Данила Илья. Очень открытый и доброжелательный малыш. Самым взрослым в истории бэби-папы героям самые серьезные задания. Из мелкой термомозаики собрать бабочку. Папа Дмитрий радуется. Такие задания его сын любит. Усидчивый и скрупулезный Илья способен и 2 часа выполнять кропотливую работу. Хотя в задании не было сказано сотворить бабочку по образцу, Илья решил четко следовать инструкции. Надо сказать, у него это отлично выходило и без помощи папы. Я другое приглашу, Илья. Хорошо? Получив разрешение, Дмитрий стал делать копию крыла. Но Илью в этом деле догнать трудно. Через 1,5 часа красавица, один в один, как на картинке, готова. Илья действовал самостоятельно, чувствовал, что он может руководить действиями папы. Это их не первая подобного вида работа. Естественно, меня даже не удивило о том, что Илья захотел точно по рисунку сложить мозаику. Он сам по себе такой. Если хочет сложить что-то, то должно быть точно по инструкции. Данил с папой решили делать бабочку не по инструкции. Давай я буду вот это делать, а ты выбирай красненький и сделаем чудовище. Работа закипела. Папа сделал туловище и начал выкладывать контур крыла. Павел решил соблюсти хоть какую-то цветовую симметрию. Но Данил настоял на том, что бабочка красивее, когда разноцветная. Папа согласился. У нас будет сказочная бабочка. Да? Похоже на попугай. В конце Данил подустал, решил изучить инструкцию и даже предложил сделать птичек. Данил, смотри, какое у папы крылышко, а у тебя какое. Чувство соперничества взыграло в сыне. Он с азартом вновь включился в работу. Редкого вида и неописуемой красоты бабочка у Роскошновых получилась за 10 минут. Бабочка получилась оригинальная, необычная такая. У нас ребенок и муж, в принципе, подходят ко всему так, не любят стандарты. Папа очень грамотно привлек к тому, какая же будет бабочка и что же она из себя будет представлять, какие у нее будут крылья. Данил настолько включился, что он стал фантазировать. Данил с Павлом получают 9 баллов за процесс, 10 за результат. А Илья с Дмитрием зарабатывают высшие баллы по обоим критериям. 19-20. Первая победа семьи Кондратенко. Следующее задание – лягушка из пластилина и ракушек может сравнять результаты или сделать разрыв еще больше. Не пропустите! Партнеры рубрики – магазины «Бэйби» и «Солнышко». Все от А до Я для детей от ноля. Большое поступление российского трикотажа известных брендов «Черубина», «Кларисс» и «Крокет».